Нам также нужно активизировать функцию пупка и кишечника. С помощью упражнения бигуши чи мы будем активизировать наш пупок. Визуализируйте ваш пупок. Ваш пупок становится больше и меньше. Когда вы делаете упражнение бигуши чи, нельзя кушать пищу, содержащую углеводы. Нельзя кушать также пищу, содержащую крахмал и сахар. Можно кушать овощи и мясо. В таком случае результат будет более ощутимым. Сейчас приступим к выполнению упражнения бигуши чи. Почувствуйте свой пупок. Делайте пупок больше, меньше. Сейчас закройте глаза. Почувствуйте свой пупок. На вдохе энергия извне входит в ваше тело. На выдохе энергия остается внутри тела. На вдохе энергия извне направляется внутрь вашего тела. На выдохе энергия остается внутри тела. Хорошо. Вдох. Выдох. Ши.
Thank you.
чи ху и ху си ху си ху си
упражнение 40 минут. Закончили упражнение.